Ну что, друзья, я всех приветствую, с вами команда More Games, и как вы помните, в прошлых роликах мы рассказывали вам, что в CS 2 появился топ не только в премьере, но и в матчмейкинге, еще и по каждой карте. И хоть в CS 2 максимально ублюдски работает система званий, этот топ все перекрывает, потому что мы поставили себе цель занять топ-1 на одной из карт, а если быть точнее, на карте Вертига, где в данный момент у нас 4 звезды, 200 место и где-то около 40 побед. И в этом выпуске наша цель попасть в топ-50, и для этого нам нужно апнуть первый калаш, что, мне кажется, будет очень непросто, потому что повышаться в этой игре — это то еще испытание, которое я предлагаю скорее начать. Друзья, присаживайтесь поудобней, обязательно лепите лайк, сегодня вас ждет пот, боль и много чего интересного. В общем, сегодня будет очень интересный выпуск, поэтому всем желаю приятнейшего просмотра, а мы давайте скорее начнем. Сейчас у нас на Вертига 42 победы. Как вы думаете, сколько будет у нас побед к тому моменту, как мы апнем калаша? 70. 54. 152. Сколько? 152? Я больше верю пока в вариант Марата, если честно. Мне кажется, не прям так долго. Хотя сложно, сложно тут, конечно, сказать. Ну ладно, давайте посмотрим. Ну, мне тоже почему-то кажется, что чуть больше, чем 10 побед нам потребуется. Но это только с учетом, если мы почти не будем проигрывать. Типа там 1-2 поражения будет за вот, например, 12 побед. Что-то такое я вижу. Но давайте посмотрим вообще, что у нас сегодня получится. Но я хочу войти в этот топ-50. И вообще, в принципе, добраться до топ-1. Но давайте сегодня оценим, насколько это возможно вообще. Что у нас сегодня будет происходить? Сможем ли мы хотя бы калаша пробить, хотя бы попасть в топ-50? Ну что, как всегда, обузима? Конечно. Так, пока получается, почему бы и нет. Летим только в один плент. Ребята, забираем уже третий раунд. Здесь. Один с Б пушит. От спины не подставляйтесь. Ой-ой-ой, в дефолте. Убил его. Так, там на голове кто-то. Попал. Блять, он вообще не умирает. Что с ним? Желтый умирает, все умер. Надо поставить. У меня пачка. Хорош. Хорошо. Ставлю, брат. Фига он! Спасибо. Вот это он уверенно ворвался. Но пока вроде легкая первая катка, но это только начало. Пока только 3-0. Но старт уже радует. Ребята, сейчас будет очень жесткий врыв. Очень лютый заход. Я пострадал. Я не пострадал. Хорошо. Мне 50 хп снесли. Что-то тут их много уже, ребят. Как будто да. Тактика одного плента у нас на желтом работает. Есть. Это с дефолта. Это очень сильно было. Попал еще в желтом. Желтый. И, короче, с левой стороны, да, оба. У желтого и прямо около крана. Попали по нему. Что это за отец? Я пошутил насчет легкой катки. Не, ну нам нужно что-то делать. Один план просто бегать в тупую, что-то не работает. Они просто толпой там стоят. Один должен быть каленый вроде бы. Хорош. Ого. Один играл желтый, целый. Второй кран. 30 секунд, кстати. Придется влетать. Они по-любому будут прятаться там внизу, еще что-нибудь. Один тебя, наверное, встречает, другой просто прячется. Желтый пошел. А, еще! Да так все это время где-то ходил все это время. Да, да, да. Ну вот. Я дернулся. Ну так и было, то, что один встречал, а один вот обходил. За центральным. Вдалеке убил. Давайте заходить быстрее. А, еще Ави где-то за дефолтом. За дефолтом где-то, да. Дефолт где-то. Попали по нему. Еще один уже подходит. За эликом. Окна где-то за эликом. Надо поставить. Еще окно. И в спину, может быть. Да, в спину, наверное. В спину идет вроде. Хорош. Ну, это еле-еле просто. Еле-еле. Ну, все-таки это будет реально очень тяжелая игра. Даже судя по этому раунду и по прошлым. Давайте сейчас попробуем медленно выйти. Подождать их везде. Также откидаем и постоим просто на подъеме. Подождем, пока не будет пушить и перестреляем их. Пока давайте просто вверх смотрим. Вот это вот я и боялся, что я не увижу его. Но у них инфа вся есть, они еще раз закрыли подъем. В этот раз более сильно. Как и калаш-то друг. И Б поджал тоже. Бусте что-то делает. Давай я посмотрю поджим. Желтого убил. Вот, хорошо убил. Так, я думаю, нормально. С Б не пойдет, он калаш забрал и отойдет назад. Там что-то на бусте делают. Сейчас... Желтый пушит. На базе на нашей. Не вышел. С нашей базы нет. И база, спина. Господи, что за говно здесь происходит в этой игре? Чем на месте так не сидится? Пушит нашу базу. Он бомбу должен спалить. Убил его, все. Да пиздец, ну ты... Ну не, шоумена такой-то нахуй. Врун. Хорош. Я желтый убил, пушил. Смотри, желтый сейчас. Можешь пройти, пока подъем. Держите. Хорошо. Желтый вышел. Будь тебя смотреть. Убил. Хорошо. Шоумен там тоже нахуй стянулся.
И убил под этот голову. Ну и, наверное, желтый, желтый, желтый авик. Желтый, да. Вас смотрит, скорее всего. Ну, я да. закрыл его. Он на желтом прям внутри стоит. Ой, говно, патронов-то мало. Он залез там наверх, на верхушку. Хорош. Хорошо. Ну, так-то мы нормально забрали по итогу. Но в какой-то момент показалось, что как будто наоборот сейчас счет будет. От бэкса тоже что-то есть. Я остался пока. Бомба под ад. Три под ад минимум. Желтый зашли, два подъем. Ну, шоумен, мне кажется, еще, софтом. Еще двое, двое. Лифт заходит уже один. Шоумен софт, я уверен, почему-то в этом. Хорош. Сидел на первом раунде, но это палево. Тише. Был, видел. Второй спина. Да сучара ты, ебаный козел. Да, там мудак точно с ВХ, я уверен. Ну, к сожалению, все-таки не выиграем мы это. Поднимается Б. Хорош. Много поднимается там, по-моему. Ух ты! Такой мудак! Господи, какая это игра! На центральный залез. Шоу! Просто шоу устраивает! Хорош! А че там такое? Расскажи. Там смоки пашет с кайфа. Боже, мы так сидели, потели, первую половину пердели ради этого. Не, ну в топ-1, ребята, у нас будет шанс попасть когда-нибудь. Найс, все, шансы на раунд. Окно залез, пососимбо. Там еще один Б. Каленый должен быть. Там парочка, наверное. Там без головы. Это он и еще один. Еще подъем один, подъем Б. Подъем Б. Где все, последний? Пошел, все нравит. Где ФМ? За белым. За белым. Ну, без вот так вот они без софта играют. Мне просто интересно, они в пати с ним или что? И перед тем, как мы продолжим этот интереснейший ролик, друзья, я предлагаю переместиться на замечательный MyCS GO и сходу сегодня открыть новенький кейсик, посвященный чемпионам Катовицы. Тут добавили на самом деле много интересных скинов, ножи, перчатки, ну и в принципе такие достаточно дорогие скины. Ну и я надеюсь, что нам повезет. И надеюсь, что повезет с открытых 10 кейсов. На 22 тысячи давайте зарядим и давай, не подведи, дай нам что-нибудь интересное. Да, опа! Но неплохо, неплохо мы выбили, в небольшой плюсик вышли, но я хочу все-таки что-нибудь жирнее достать, поэтому давайте рискнем это продать и еще разок зарядим. Давай, дай нам что-нибудь дороже. Так, опять этот ножик. Но в этот раз гораздо дороже нам упало. Вот это идеально. Вот это идеальнейший набор. И с новый нож мы этот выбили. И еще кучу дорогущих скинов, которые давайте уже, пожалуй, заберем. Пожалуй, больше рисковать я не буду. И напоследок, друзья, я хочу напомнить, что прямо сейчас у нас совместно с MyCSGO проходит просто мега топовейший розыгрыш. Аж на 5 вот таких вот дорогущих скинов. И чтобы забрать один из них, вам всего лишь надо активировать вот такой вот замечательный промокод 35МГ, который, во-первых, даст вам аж плюс 35% к пополнению. А во-вторых, активировав его, вы автоматически принимаете участие в этом топовейшем розыгрыше, результаты которого будет известны вот уже на днях, поэтому поспешите. Собственно, сам код и сама ссылочка на сайт, конечно же, будет в описании. Собирайте годноту, всем желаю удачи, а мы продолжаем. На Б никого, они обычно... А, нет, есть, ну это... Мне нравится, что у них там еще две десятки вместе с софтом, вот на первых местах. 3000 эл и 2400. И сидят, дружно играют. Еще один мид. Ну как я не попапапу? Один. Но они бы точно без читера ничего бы не сделали. Мы их спокойно все равно перестреливали. О, шоумен. Как он уволит Никиту? Ну это не он. Ну старт хороший. Но там прям железный софт. Там столько моментов было просто. Даже нет смысла демку вообще смотреть. На ней будет просто тупорывая клоунада. Ну ладно, главное, что название не сняли. А он не в пати, смотрите-ка. А, ну он один. Один соло. И они не могли его... Залетный кинуть. Просто читер. У них в пати 2400, 2300, 2000 и 3300. А. И софтер за них еще. И мы их сидели выигрывали. Да вообще без проблем, на самом деле. Ну ладно, с небольшими совсем проблемами, но мы сидели их выигрывали, и если бы этот читер не включился, они бы проиграли уже давно эту катку. Под Б что-то есть. Двое, да. Ребята! Хорошо. Ну, за прошлую катку это, походу, простая будет. Еще убил. Это не то, что за прошлую, это как все. Ой. Катки должны тут проходить. Все вот так вот должны быть. Не, ну если считать, что мы на звездах играем, то да. Но если считать, что это почти максимальное звание на этой карте, то нет. Тут каждая потная должна быть на этих званиях. На серверах, да. Там должно быть легко, но вот здесь на голд новых должен быть вообще хардкор. Под Б никого, сразу говорю. Я в меду, я не слышал попадания хаешек. Да. А я смог на желтый. По меду, по-моему, кто-то поднимался. А ох, ты еще дурак! Нет, походу, вот это я сейчас его убью. А, они вдвоем внизу здесь стоят. Они на Б сейчас пойдут, значит. Да, вполне может быть такое. А, бомба здесь, на. Бомба. Бомба, да.
еще там второй. Красный. В углу. Я даже не знаю, как ее обозначить. Ну, крысятическая позиция. Игорь иногда спину ждет. А он меня сейчас слышал, что я прыгнул вниз бы. А я пойду через базу, я перехитрю его. Ждет ли он? Такое! И смотрит прямо на тебя. Перехитрил, проверяй. Но по факту мы сейчас как будто просто против сильверов попались. Скорее всего, так и есть. Потому что тут подбор вообще какой-то рандомный. Смеда один бежит. Упал КТ. Куда он КТ там, блядь, смотрит? Зачем он спиной выпрыгнул? Не знаю. Спинку! Не пались, да. Хорош, дружко! Что, повышение будет? После поражения. Ну ладно, отыгрались хотя бы за прошлую игру. Но подбор здесь очень рандомный. По сути, прошлая катка была потная, еще и с читером. А тут вообще просто халява какая-то. Ну давайте смотреть, что будет дальше. Что нас еще здесь ожидает? Что мы здесь еще насобираем в этом матчмейкинге? Ну вот сейчас нас ожидает, походу, потная катка. Мы уже ее проигрываем. Но там неплохие вроде ребята попались. Под Б тоже что-то не... А да, наверное. Под Б имеется один. Пора бы хаешечку оформить. И молик сверху. Держите, ребята. Ушел как будто с Б. Да, с Б как будто вниз. Но он внизу сидит просто. Одного убил. Еще одного забрал. Я не знаю, есть ли там еще. Да, есть, 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 есть. Дал флешку, подожди. Дал. Бам. Никого пока не видел. Даю еще одну. Ой, я слеп. Слепой. Убил его. Хорошая авик, авик внизу. На, да, на железке где-то там пикает. Ого. Все, он последний внизу. Но у него времени нет. Пода идет, ставит. Ага. Хорош. А ну шьются это... сэмки. Да, там же, дайте, посмотри, то там эта картонка стоит. А, вот это типа? Да. Фига ты. А, просто... ну я и попал одну, я 4 за 1 снес. Это вообще, это Феррари пик. Так, убил под Б. Еще есть Б1. Я помогу. Рассказывайте, показывайте. Убил его. Повелся на шаги Артема, дурак. Еще Б, последний Б. Хорошо. Никита в спину там идет. Чуть не насрал. Но камбэк идет полным ходом. Цемент жду. Жел. Я проиграл игру. Никого. А, у нас беда на желтом. Побил его в дефолте, еще на голове был. Ой, желтый. Я случайно тыкнул. Убил, не туда, на правый. Это другой походу, парни. Их, возможно, там двое. Желтый, желтый прошел, я умер. Патронов-то много, а патронов-то много! Возможно, спиной. Да, вообще легко. А нет, нелегко. Сложно. Очень выиграть это. Стереж, ну от... Но он быстрее на Б прибежит. Да понятное дело, я просто верю в него, что он подумает, что я фейк. Не похоже было на фейк. Ну, как ни странно, он реально не здесь. Вот эта позиция ошибка, я проебал, считайте. Не будем отчаиваться. Нормально, отсчитай просто секунду себе и выйди на позе. Один. Две. Понял? Один. Две. Три. Бам-бам-бам! Хорошо. Легкая позиция. Главное по тактике действовал. Мулик, это не беда. Я слепышка. За дефолтом убил. Ну, желтый! Ой-ой-ой-ой-ой. Убил желтый. Еле-еле. Так, сейчас хаешь. На правый букс. Поехали. Правый букс. Нет, конечно, больше. Моля кидаю. Ну и правый букс остался. Пойду его флешкой убью, смотрите. Оп. Давай. Хорош, Сережа. Почти. Ой, смоком сейчас, вот он. Не попал! Где он отвернулся! Он подумал, что я флешку кинул. Но надо идти на. В других местах у нас как будто шанса нет. Желтый убил. Где-то с подъема кидал, но... На хедшоте стоит, на там очень сильный. Хаешку, хаешку ему туда. Должно было хорошо залететь. С КТ кидает. Это пуста. Буст, буст, буст убил. Хорошо. Остался. А вот и все. Ну, подъемный вот остался. Все. Нет, что-то гранаты кто кидал? Чего, подъемный? Ой, это... Гранаты отсюда летели. На пусте на правом. Я насрал. Не, ну ладно, все-таки достаточно потная все равно игра была. Они вообще легко могли перевернуть. Все равно не такие простые ребята были. На 50-й победе у нас по-прежнему 4 звезды. Но до повышения нам все равно где-то еще 3-4, мне кажется. По примерным нашим расчетам, пока что примерно так и остается. Но главное, чтобы мы не проигрывали. Главное просто сейчас продолжить побеждать. Но сейчас у нас катка против 1-10. Вот это будет хардкор. Ой-ой-ой, подъем кикает. Желтый убил. Как же им насрать. Они просто подъем. Летят. Кран. Они просто летят, пушат нас, сносят. Найс, здорово. Взорвали этого, который кран был. Походу. Еще и спину не играют, походу, вообще. КТ-буст нет никого. Мне кажется, за смоками где-то в дефолте должен стоять. Я на уголок пробую стоять. На голове есть.
Да будь залазить. И спина как будто. Лифты. Нет, не, линзы, лифты. Хорошо. Флешку закидываю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, тут очень сильные проблемы. Разменял, разменял. Есть еще кран, каленый нужно добить. Хорош. Хорошо. Два в два мы. Да, нормально. Более-менее пострелялись. Я боюсь, что спина, но я быстренько смочу. КТ буст. Ушел. На КТ буст. Марат дефолт ставит. Ладно, это. Не дать залезть. А, он залез. Но ничего не сделал. Хорошо. И КТ буст, КТ буст. По звуку. Подожду его. Справа, ой, по-моему, с ним снизу стреляет вроде. Ой, я прыгнул случайно. Он с пулей одной. Он с мухой. Хорошо. Ну, по счету сравнялись. Давай сейчас не спешить на подъеме. Мне кажется, они сейчас настолько сильно нас запушат. Там гранат миллион. Надо просто откидать. Я более-менее на позднем, наверное, кину и отойду просто. Вот такой вот. Ну все, давайте ждем. Просто пока они сами там распикаются. Смотрим небо, желтый. Желтый убил. Найс. О, это еще я люблю. Хороший. Ну все, давайте заходить потихоньку. Небо. Что там на небе? Залетаю. Он я насрал. Ха, мне перезарядку еще убил после перезарядки. Убил. Ладно, размен пока нормальный. Убил, хорош. Хорошо. За плунтом. Налево влево прошел. Ушел. Влево, влево, на желтый ушел. Понял, понял. В ту сторону. Найс, все, хорош. Убили его. Еще ушел влево. Как же они бегают! Они просто вырываются везде, им насрать. Где ворваться? Чувы просто плюс В везде играют. Ладно, давайте так же, просто не спеша. Нам сейчас чуть-чуть просто не повезло. Желтый взял. Флешки убил. Есть. Хорошо. Хорош. Ну все, я захожу. Вроде флешки откидали уже. Желтый еще один. Пушит, пушит. Хочет обратить авик, по-моему, или калач. Еще с пунта кидали приличное количество гранат. Голова не горит. Пунте, мне кажется, желтый. В смоке может быть. В смоке желтый может из лифтов стягивается. Дал голову. Хорош, убили с головы. Я ставлю в дефолт. На желтом до сих пор игрок. Да. И лифты, по-моему, стреляют. По-моему, лифты желтый стрелял убил. Последний. По-моему, лифты стрелял, да. Супер. Выходит, найс. Давайте, надо пистолет какой-то забрать. Если А бегут, middle то... Мидл есть. Хорош. Middle нет. А, много. Ага, на Б вроде никто не бежал. Отходи, Никит. Бомба А. Найс. Погнали, прям вылетим на них. Желтый. Еще подъем. Ой! Что? Передо мной на Монике ты был, Владос, прям твоя голова, я стрельнул, и чел умер, я в тебя вообще не попал. Я вообще выбежал, а там все развалились в миллисекунды. Так, аккуратно, да, хорошо, ребята. Да-да-да, тут и на второй раунд не расслабиться, так как там одни десятки, это тоже можно легко проиграть против диглов. Опять бегут. Ага, ну я сразу стягиваюсь, если что, были. Убил меня, забрал юмпик, убежал дальше глубоко. Пошел. Давайте вместе, вместе прям. Нет, вот, это он. Чуть... Убил его. Еще там был, пикал только что с подъема. Желтый закрыл смокой. Это что? А, это кровь. Ничего не пикал. Все стянулись, Б ставили. Мы поверили, Ва. Хорошо, хорошо, нормально. Я говорю, мы Б все равно легко должны выбить. Еще. Охренись, Глока! На подъеме, тип. Заберет да, на небе, на небе. О, двое там. Там двое на небе. Ставит, ставит. Ставит А. За цементом, тип. И тоже на подъем ушел, значит. А, нет. Когда-то успел побежать. Что? Но все-таки второй мы отдали. Но меня с Глока тип просто какой-то бред наставил. Четко в меня. Это что за говно? Один под бил под Б. Они там подсаживаются или что-то такое делают? Много-много Б, парни. Закидывают сильно. Дал флешку, подъем, не пикай, подожди. Я убил пойдем одного. Пробую еще. Отхожу. Дал тебе смолк, 15 хп всего. Еще Молли кидает. Ну ладно, один прямо на лестнице. Ой, там... справа где-то, на цементе за белым, или где? За белым ушел. Белый, белый. Найс, убили его. По лестнице еще, еще. Поднялся к вам. За белый круг. Ага, хорошо. Ну пока потненькая здесь заруба по-прежнему. Мы, конечно, выигрываем, но еле-еле. Они еще очень легко это могут перевернуть. Прошло двое под боя, надо как-то убежать. Беги, убеги. Ушел, повезло. Ой! Прив! Да они стеками бегут! Мидл убил. Еще два заходят, один без ебала. Убил, убил, убил одного. Хорошо, убил, я убил. Лучший помощник, блин, три ассиста. А, два. Аккуратно. По мостику топал, на. Но у нас бомба тут. Да-да, она поднималась, где-то была. Да, под Б. Хереть, он с препами пытается выходить. А, вдвоем его, вдвоем. Сейчас, подожди перезарядку. Давайте на раз, два, три просто. Он на лестнице. Будет сложно, сложно, парни. Не надо, не надо. Пусть выходит. Нужно как-то тайминг словить. Он так и будет там стоять сейчас. Времени мало.
Это жесть. Вроде все схвачено, два человека у нас. Такой бред вообще. Да, ну тут мы, конечно, свои раунды поотдавали немного. Я не знаю, что сейчас делать даже. Тут только, типа, все на ничью пытаться. Ну, как-то не хочется, как будто бы. У нас и дропа нету. Да, так нихера не купить, в этом беда. Просто этот раунд нельзя было отдавать, и все. Хорош. Хорош. Еще мидл. Пол хп у него. Давайте попробуем этого забрать. Я убил самого сильного, пацаны. Убил. Хорошо, пойду. Ой, тайминг еще бомба, хороший, бомба, еще, бомба, еще бомба. Сильно надамажил, парни. Нельзя отдавать им карту. Подарок. Взорвали. Подъем. Уже выходит. Кинули смол. Ай-яй-яй-яй, это что, блять? Еще один. Последний цемент. Последний цемент, да. Он близко, уже не на цементе. Как так? Дайсь! Ебать, потная. Так, у них сейчас денег вроде не должно быть. Давайте осторожней. Раунды, конечно. Это было сложно сейчас. Ну тут сложно. Они сквач забрали, мы какой-то раунд странный забрали. Сейчас надо осторожней. Блин, нужно их на подъеме мне перестреливать на Б. Горел, по-моему, на Б или показалось. Ага. Не надо не бояться с ним стреляться. А, их как будто много. Бомба, okay. На, хорош! Хорош, мужики! Еще один. Реально все лучше. Все, давайте я додавим. Найс! Хорошо. Последний один. Я посмотрю. Подъем, найс! Вот это победа. Это что победнее было? Тут вот эти вот последние раунды, они все зарешали. Вроде бы они у нас забирают вот этот вот. И все, у нас уже нет шансов. Мы каким-то говном забавились и просто чудом выиграли. Это красиво было. Это уже просто... Я говна в тряпочку. Катка не на повышение, это просто уже было. Но это уже было как будто бы не выиграть вообще из-за этого отданного клатча. Но красивый, красивый камбэк по итогу произошел. Это была красивая победа. Ну что-то 54 победы пока у нас, а повышение не видать. Ну вот сейчас пока что у нас вот такая вот статистика выходит. Поражений у нас не так много на самом деле. Очень много побед в ряд, но не повышает вообще. Уже Марата прогноз не сработал. 54 победы у нас уже, а позвание так, но нет. Играем, это так долго. 152 будет. Это так долго на самом деле. То есть это, по-моему, это что-то 12 побед, что ли, было, да? Угу. По-моему, 42, да, 42 у нас победы. Это уже 12 побед нас не апает. Потому что мы не так много проигрывали, правда. Ну, даже если статистику открыть, там мало поражений. Но нихера не апает. Ну, вот сейчас мы, скорее всего, хорошие звания обыграли. Понятно, что они десятки, но именно звания у них как будто бы нормальные. То есть, по сути, нас сейчас могло апнуть, но что-то этого не произошло. Ну все, вот сейчас мы забираем калаша, ребята. Только надо раунд последний забрать как-то. А, подъем, умер. Желтый каленый, у него бомба. Уверенно, на правый ушел, на правый буст. Взорвать бы чем-то. Но желтый каленый остался точно. Еще с лифтов выбежал уже. Да куда ты там раскидываешь? Лифты ушел обратно. Пину убил, на, правый, на правом бусте должен. Желтый умер. Желтый КТ. Умер с дробовиком. КТ и лифты. Еще желтый топает. А, да? Значит, прошел с лифтов или откуда-то. Последние лифты? Ой, есть желтый. Хорошо. Да. Ну все, сейчас надо давать уже повышение. Не сегодня. Не в этот раз. Не сегодня. Это охренеть. Не, мы в прошлой катке вот это вот потные обыграли двух типов с калашом с венками. И еще три остальных типа было с четырьмя звездами, как у нас. И нас за вот эту вот победу не повысило. Даже за такую игру. Ну да, там, конечно, близкое 13-11. Очень такой счет прям близкий. Но все равно и сейчас нас не повышает. Ну сколько нужно побед этой игре? Да? Ну это он серьезно забрался. Ну случайно, рандом троим залетел. Ну как будто бы это, по-моему, бред бесполезный. При том, что мы стояли слева, справа и посередине, мы в трех разных позициях стояли. Так, ну хорош. Да-да-да. Но на первом месте это вообще, я не знаю, как можно с щитами, играя с ВХ, дать нам 12 раундов, вот непонятно. Давайте медленно сыграем просто А, и потом, возможно, отойдем. Ну решим, подумаем куда. Ой-ой-ой, какой преф от тебя, еще. На базе ты стоял, да? Да-да-да. Между лестницей хочет меня. Позиция. Желтый. Небо, да как он не умер? Я убил его. Убили его? Найс, найс. Да как? Да помогите мне! Ну где команда? Я смотрел на небо. Желтый еще есть. Ваш раунд, давайте. Все, чит очка убили. Откуда? Охренеть, ну когда он этот угол вообще занял? Лифты убили. Лифт убил. А, нормально, нормально. Желтый вижу был последний. Где бомба? Арти прикрывает. А, не, убили, я тупанул. Нет, нет, это фейк. Ну, а как-то вместе с прикрытием. Ну, смог есть. Давайте, либо мы сейчас заберем. Слева! Да когда, где? Ну, просто где он прошел? Ой, Никит, ты одно ему въебало даешь, и инфа не поможет. Вот и все, хорош. Стоит, тебя смотрит. Да, с ВХшником в команде проиграли типы. Так, а повышение можно за это? Надеюсь, что все-таки можно как-то это сделать.
О! Хорош, сюда! Да ну! На две игры ошибся всего, мужики! 14 побед нам потребовалось, чтобы это сделать. Как хорошо, что мы эту катку не проиграли. Как хорошо, что первый с одним ВХ не смог ничего вывести. Это нам, конечно, повезло. Очень сильно. Но мы, получается, какие должны быть? 56 побед, да? Сейчас скажу. Мы даже в... Да, ровно топ-40 мы будем. Это ровно топ-40 прям. У нас у пятерых у всех будет, по сути. Мы, получается, обошли 40-е место сейчас. На одну победу. Неплохо, неплохо. А вот если мы апнем калаша с венками вообще, мы на каком месте будем? Ну, в топ-11 мы будем. Просто вот так вот резко, если мы апаем калаша с венками, это топ-11. Но надо бить, ребята, будет в следующем выпуске. Мне интересно вот реально попробовать взять топ-1. Топ-1 на карте Вертиго. Это реально прям интересное испытание, это интересный челлендж. Ну и, в принципе, это возможно сделать вполне. Если смотреть по этому выпуску, мы много очень побеждали. Очень рандомный подбор, конечно. Но, в принципе, мы это повышение заслужили, как минимум потому, что мы вот как раз-таки 11 место обыграли. Вот он здесь, на 11 месте, этот тип, в той самой катке. Ну, еле-еле, конечно, мы это сделали, но сделали. Прикольно, прикольно. Мне понравилось, конечно, как мы сыграли. Такое испытание, конечно, Valve вообще сделали с этими званиями. Но вот то, что есть топ, это реально прям интерес добавляет огромнейший. Прям какая-то мотивация появляется играть и апать вот эти звания, хоть они нихера не апаются. Это реально прикольное испытание. И, друзья, если вам тоже понравилось, если вы тоже хотите продолжение, чтобы мы почти вошли в топ-10, апнули еще одно звание, попробовали в следующем выпуске это сделать, то обязательно влепите лайк и, конечно же, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить следующий выпуск. Посмотреть, получится ли у нас это сделать или все-таки нет, но это будет интересно проверить. И, конечно же, напоследок рекомендую посмотреть наш прошлый ролик, он тоже получился очень клевым. Что ж, а с вами была команда More Games, всем желаю удачи и всем до скорых встреч!